Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум, площадка от МТС. Перед началом данного видеоматериала я бы хотел привлечь, так скажем, ваше внимание к тому, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный конкурс на вот такой вот глочок из игры Counter-Strike 2, CS2, да, Glock 18, оружие, пистолет из Counter-Strike, скин Glock 18. Собственно, условия довольно-таки просты, народу участвует довольно-таки мало, у вас шансы выиграть очень большие, поэтому, если интересно, залетайте, участвуйте. Ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Всем желаю удачи и приятного просмотра. И в группе ВКонтакте у нас конкурсы проходят регулярно, часто. 99% случаев даю. Процент, так скажем. Все, еще раз пожелаю всем удачи. До скорых встреч. Приятного просмотра. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот новый напиток, который я нашел в магазине без названия. В прямом смысле у магазина на... У магазина нету названия в прямом смысле. Бренд, собственно, легендарная черноголовка. 75 рублей вроде стоит данный напиток. Какой-то новый, вышел я не знаю когда. Для меня 100% новинка. Вкус дикий апельсин. И, внимание, юдзу. Юдзу, я хер знает, это что такое? Это что-то вроде цитрусовое, я гуглил, но забыл. Юдзу, что это? Мы прям на стриме это прогуглим. Юдзу — это фрукт цитрусовый, японский цитрон. Это сложный гибрид семейства цитрусовых, выведенный еще во времена династии Тан. Вы тоже не поняли, как и я, нихера, кто такие Тан, но мы поняли, что это какой-то фрукт цитрусовый, который возник там с скрещиванием. Японский цитрон, короче. Судя по всему, другое название. Либо же юдзу. Собственно, радость момента, черноголовка, респект. Я только из-за этого и купил этот напиток, потому что юдзу было написано. Мне стало интересно, что это, меня это привлекло. Черноголовка здесь 100% сыграли. Молодцы, красиво. И я, собственно, это купил. Trendy Mixes — это трендовый микс, типа, хайповый микс. Что-то вроде такое переводилось. Trendy Mixes. Модный микс, модный, все вспомнил. Модный микс. Так, ну по цене я сказал 75 рубасов. Собственно, давайте переходить к пробе, давайте пробовать. Так, объем какой? 0.33 объем. Черноголовку бренд, вы знаете, легендарный бренд. Российский бренд. Так, поехали. Напиток день-два хранился у меня в холодильнике, холодный. По запаху апельсин.
Цвет у нас апельсина, в принципе, желтый цвет. По вкусу 100% и, понятное дело, апельсин. Но вот в перемешку с чем-то. А вот с чем, понять не могу. Как будто в детстве уже такое пробовал. То ли какой-то, я не знаю. Да, может, возможно, лимон. Либо же чуть какого-то яблочко, что ли, так скажем. Немножечко кисленького. Вот что-то типа того. Или даже, я бы сказал, мандаринчик, что ли. Такого прям сладенького, приятненького. Вкус прикольный. По-любому мандарин. Есть у черноголовки напиток мандарин, я вспомнил. У меня аж был обзор на него или нет? А, или я его просто пил, не делал обзор. А, был обзор. Был обзор на черноголовку. Со вкусом мандарина. Вот. Похоже, очень похоже вот на этот напиток. Если кому интересно, смотрите, превьюшка названия. На Дзен-канале все это сможете найти. Ссылка в описании, не забывайте логиниться, заранее спасибо. Так вот, очень похоже реально. Апельсин в перемешку с мандарином. Очень прикольный, приятный вкус. Газированность на среднем уровне. Немного даже неприятно пить, но напиток вкусный. Блин, а? Вкуснятина. Не, напиток однозначно топчик. Сладкий такой напиток. Про сахар информации нету. Берем углеводы за сахар. 4,7 грамма сахара на 100 миллилитров напитка. В принципе, для объема 0,33 миллилитра это нормально, я думаю. 4,7 грамма сахара. 4,7-4,8 где-то как раз торнадо энергетики используется. Торнадо энерджи. Не знаю, каким боком я это впихнул, чисто как пример. Но там объем 0,45 литров. И там очень мало сахара. Так, ну... Этому напитку я однозначно ставлю оценочку 5 из 5. Вкус, в принципе, необычного что-то здесь нету. Чисто как будто смешали мандарин с апельсином. Но интересно было попробовать. Оценочка однозначная 5 из 5 данному напитку. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.